В Карасунском районе в этом году активно развивается направление «Бастау-бизнес» в рамках государственной программы «Инбек». Интересные и перспективные проекты все чаще предлагает молодежь. Они уже не торопятся уезжать из села, ведь у них есть шанс не только выучиться предпринимательскому искусству, но и получить либо безвозвратный грант, либо кредит на крайне выгодных условиях. Год назад Виктория Кочурова была в списке безработных. Обратившись в Центр занятости населения, девушка прошла обучение по программе «Бастау-бизнес». Сегодня у 28-летней жительницы Карасунского района свой бизнес. Она успешно защитила свой проект и выиграла грант в размере 505 тысяч тенге. Начинающая бизнес-вумен уверена, что с окончанием ограничительных мер продолжит развивать свое дело. Именно аэродизайном я занялась. Вернее, у меня все было, небольшие такие какие-то у меня были свое, получается. Я занимаюсь им уже давно, около 4 лет, но это было все как бы неофициально, все просто так для друзей, для подруг, куда-нибудь в гости пойти, если что-то такое интересное подойти. Мне все как бы давай, типа, начинай что-нибудь, чтобы у тебя было свое. И я когда уволилась с работы, сидя дома, я подумала, что, наверное, все-таки надо что-то начинать свое. И решила, и получилось, что попалась вот такая программа интересная, молодежная, тем более как бы подходящая по возрасту. И я решила попробовать, и как бы все получилось. В будущем Виктория намерена развивать свой бизнес и даже создавать дополнительные рабочие места. Поскольку в районе нет анимационного агентства, девушка уверена, спрос будет высоким. В целом в этом году, благодаря курсам и возможностям программы «Янбек», в Карасунском районе открыли свой бизнес 22 человека, а сумма кредитов в целом составила 94 миллиона тенге. Обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау-бизнес» при плане 35 человек, завершили курсы 35 человек. Гранты в размере 200 МРП при плане 12 выданы также 12 человек, то есть 100% выполнение. Это в том числе молодежь 7 человек, многодетные 2 человека. Дополнительно запросили гранты. Еще есть желающие получить гранты, мы дополнительно попросили, ждем финансирования еще на 10 человек. В целом в Карасунском районе количество предпринимателей с каждым годом растет. В следующем году количество грантов и сумму кредитов планируют увеличить. Поэтому те, кто не пройдет в этом году, смогут доработать проекты и претендовать на финансирование в предстоящем году. Олжас Апаржанов, Манарбек Асколов, телеканал Костанай.